Так, привет. Привет. Это у нас какая? Это у нас пятая серия. Я сделала потише. Все, теперь все будет замечательно. Прошли мы миссию? Нет. Ничего страшного, когда это нас останавливало. Фу, раз можно играть дальше, значит, возможно, это как-то повлияет. Интересно. Я тебе говорю, вполне возможно, что потом нашу маму убьют. Не нашу, его маму. Нашу. Тьфу-тьфу-тьфу, все будет хорошо. То есть у нас не хватит денег. Я думаю, что что-то такое будет. То есть не просто так. Это. Хотя фиг знает, может, просто не хватать будет на ремонт. А это что такое? А, это мы... Точно. Смотри, это было... не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Во-во-во, сейчас поедем. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку опять захвати ехать. И отмычки. Люблю ехать, ездить люблю. Гонки особенно. О, это мы любим. Это мы пошли. Да, так, сейчас по Бырику, значит, переоденемся. Одевайся, Быренька. Вот. Давай что-нибудь. Раз у нас работа по-крупному, то мы сейчас оденемся. Уф, как мы оденемся. Я сейчас покажу. Школьная форма. Уф. Мама. Нет, ковбойский нет. Вот это. Да. О, май годнес. А как там было? По-моему, на... Или как? На Ctrl? Нет, на Alt, на Shift... Блять, на что же было? Или это было на... А, правая кнопка мышки. Нет, блински. Ну и ладно. Не хочешь, не надо. Нам и так нормально. Все, пошли. Я уже сделала игру потише. Короче, музыка не дает нормально выживать, понимаешь? Прикинь, закрыли, не дают теперь выходить. Лол. Короче, видео в итоге, вот там в одном из видео две минуты в одном видео не, было без звука, потому что была там песня по радио. Ну это же какой-то кошмар. А машина? Стоп. А, так тут пешочком. Мы пешочком. Блин, тебе, наверное, холодно в этом. Уля-ля, какой ты, конечно, посмотри. Тя-тя. Ну-ка, дядька, стоп, ну да, это не мальчик уже. Это уже дяденька. Хотя, блин, 20 лет, 20 лет. Я прошу прощения. Давайте проехать. Пройти, точнее. Нормально, нормально. Все нормально. Это ж такой парк весь, посмотри. А следы остаются. О, чуть-чуть. Чуть-чуть, смотри, вот немножечко остаются, да. А я первый раз... Ох ты, захвати оружие. У нас есть оружие? Все-все-все-все-все-все. Пошли. Тихо. Главное не палиться перед этими самыми. Ой, стоит, ждет. Перед полицейскими. Вечер добрый, А, это не ты, ну и ладно. Так, ну что у нас за дело? Нам надо отчитаться перед дяденькой. Смотрите, кто пришел. Я прошу прощения. Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы, нет? Работа-то хуёвая, вот плохая была. Кофе. Кофе, о, кофе, кстати. Пока. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтобы виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. О. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извините, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых два лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои мать вашу бабки? Пачку. Он что себе думает? У меня тут розочки. Делай. Телефоном раскидывается. Сейчас. Кто это? Кто-то, кому тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушками. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Потому ты что даже лампочку миссия... заменить не можешь. Да не серии было очень жестко. Я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании. Сделаем вид, что что-то чиним.
Ну ладно, пошли. Хорошо. Обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Миссия, дождитесь темноты. А, 6 часов спустя. Так. О, какие мы. О, это мы. А, кстати, нас же на том и погорели. Мы в прошлый раз милицию увидели. Поехать с Джо в торговый центр и ограбить ювелирный магазин. А машина у тебя есть? Бля. Я пешком. Зачем? У меня... Ема. Ну почему так происходит? Иди, иди. Ля. Это какой-то кошмар. Да мы сейчас, может быть, машину какую-нибудь другую возьмем, что думаешь? Блин, а возьмем другую машину, получим люлей. Вот тебе и ходи пешком. Вот и ходи пешком. Я тебе говорю... О! Так. Атья. Садимся. Мы таксист. Я считаю, нормально. Ну как прошло в порту? Имеешь в виду с Дереком? Да, он еще тот затейник, правда? Да. Дал тебе работу? Да. Да, обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Эх, для мамы. Мать почти заставила. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Проведывать Дерека. Можно, кстати, проведывать Дерека, да. То есть это такой полуоткрытый мир, да? Такой немножечко ты можешь ходить, можешь какой-то доп-квестик, да, у Дерека взять, пойти. У тебя нет денежек на ремонт автомобиля? Боже, если нам надо будет текать, это же отвратительная машина. Я вот управляю сейчас нормально, потому что я управляю медленно. Как только я... Уйди из дороги. Не видишь, таксист едет. Алло, понаехали тут. Ты что понимаешь? Понаехали. Это что такое? А если надо будет убегать, это будет вторая проваленная миссия. Как это влияет? Я не понимаю. Почему мне простили? Почему меня не заставили переигрывать ее? Ты смотри, подсветочка там. Смотри. Сейчас. Подсветочка, видишь? Красиво. Да, красиво. Я ж еду по своему... А, я еду между двух полос, да, получается? Между двух полос, как между двух миров. Эй, ты же на красный проехал. Да. А ты... Так, выйти. Sir, go, come. Чевелери. Блин, я вам не доверяю, челики. Ой, не доверяю вам. А здесь будет сложно. Я тебе говорю, будет сложно. Здесь нужны два пальчика. Так, S. Хорошо. Вита, хорошо. Открывай дверь. Да я уже. Так, слушай, это ювелирный магазин? Дубль 2. Ничего жизни не учит. Это еще что? А что это было? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Они тоже решили тот же ювелирный сука, магазин? Унил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозги ударила! Барбара, ты что это тут делаешь, козел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф? Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, храни все, сейчас, что взял. Что-то на табличке сейчас, не написано про Брайана Унила. Если было, я бы не грабил. Получишь, всем раздам 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. Ты линяй, да, пока копы не подвалили. Да, беги! Валим отсюда. Вот это моя миссия. Вот так я миссии прохожу. Отсюда. А, беги! Приглашение! Взять их, парни! Бей! Блядь, нажми ты. Давай, выбирайся! Я стараюсь! Сматывайте и следуйте за Джо. Черт, копы! Джо, куда?
Молодец, побежал. Да беги! Прикрой меня, я открою дверь. Отцепи этих козлов от меня! Уже почти! Выдержи их еще немного! Давай, помойка! Сколько? Ты шутишь, что ли? Алло! Выбрали сюда! Давай! А, все, побежали. Попади в дверь, ты че? Вам не уйти! О боже, пугаешь меня так. В дверь попасть не можешь, ты представляешь, плечи широкие. Потому что качаться меньше надо. Надо было учиться хорошо в школе, тогда бы не бегал здесь. Не были, а то спортом занимается, а мозги не обучает. Мозги-то надо тоже развивать. Тоже твою книги мать! Надо читать. Надо не художественные книги, а полезные книги, хорошие книги. Черт, снова тупик! О, господи. О, боже. Нам сюда. Это единственный выход. Все, да, побежали. Ну уже, Вита, двигай тазом. Да ты сам ты двигай тазом. Ты мне на шипы не даешь нажать. А что делать? Не хочу садиться. Нет. Ну, что-то бейте садков. Ну, а как? Бляха-муха. А как? Да я пытаюсь. Бляха-муха. Да я пытаюсь, собака, ты псина такая, это ж невозможно. Куда? На shift. Куда надо нажать? Как мне это сделать? Как мне это сделать? Какой-то кошмар. Я тебе говорю, посмотри. Так не работает. Вот это не работает. Сюда не работает. Он пытается идти, а у меня идти не получается. У меня не получается. То есть я не могу пройти сюда. Сука, прыгай нахуй отсюда. Это что, прикол такой? What the fuck? Даже выстрелить не могу, понимаешь? Я уже думала сейчас выстрелить. Хорошо, от каких копов мне надо отстреляться? Объясняю. Отбейтесь от копов? Что такое? Что ты хочешь? Сматывайтесь, следуйте за Джо. Я пытаюсь! Ладно, давай посмотрим, как следовать за Джо. Как? 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 Нажимай, на что попало, нажимай. Подпрыгни, я не знаю, сделай что-нибудь. Это какой-то ужас. Ладно, значит, на паузу. Короче, пацаны, у меня просто забагалось. Сейчас мы сделаем заново. Они просто стояли здесь. У меня забагалось. Я погуглила, в чем дело. Они просто стояли. У них все хорошо. У них... Иди уже, господи. Брайан, а как же коп? Давай, выбирайся! Да выстреляй! Стараюсь! У меня муха на мониторе. Черт, копы! Иди, блин. Короче, У меня, короче, забага. Открой меня! Я открою дверь! Отцепи этих козлов от меня! Уже почти! Выдержи их еще немного! Давай, помойка, открывайся! Мы выбрались! Давай! Просто забагалась. Короче, стояли челики, стояли. Стоять, они. Стоять! Знаешь... Полиция! Вам не уйти! Они стояли просто и болтали, короче. Они стоят, ля-ля-ля. А я думаю, почему у меня катсцена не начинается? А тут должна была быть катсцена. Я давай гуглить. Давай смотреть. Ну, короче, пришлось заново проходить. Вот, собственно. Что? В чем дело? Твою мать! Черт! Снова тупик!
Нам сюда! Это единственный выход! Ужас! Ну же, Вита! Двигай тазом! Да ты с ума сошел! Тут лед сплошной! Поскользнешься и кранты! А что делать? Не хочу садиться! И вот теперь, короче, эти забаганные, несчастные людишки, эти гадостные, они здесь будут стоять, я тебе 100% говорю, посмотри. Уроды эти, понимаешь? Давай! Видишь, какая фигня получается? Ужас! А если б я не знала, то стояла бы там, сидела бы там за этой штучкой, за своей. Давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно. Вообще-то вот нет, там, мне надо, чтобы игра добавилась. Вот так было бы неплохо. Черт, господи, осторожней. Летать научился? Да я, кажется, обделался. Где они? Брати, сюда пошли, сержант. Да нахрен, столько мне не платят. Прикольно. Сюда, так мы выйдем на улицу. Давай. Да иди ты, господи. Черт, копы! Стоять, полиция! Вам не Ой. Уйти! Собака, ну! Я, заметили, я надуваю губы каждый раз, когда очень стараюсь. Я такая, Серёг, вот так, зачем? Я это заметила просто на одной серии, когда посмотрела, там типа норм для сосков, ну всё такое. А можно мне, пожалуйста? Подержи их еще немного! В смысле? Ой, слава богу, что ну хоть так сюда. Я тебе скажу. Так, мы выйдем на улицу. Ужас, блин. Ужас, блин. Иди давай быстрее. Да иди ты, господи, что ты смотришь на меня? Да иду я тут. Иди быстрее! Черт, копы! Стоять, полиция! Вам не уйти! Отлично. Так, теперь дальше спрячемся за эту штучку. Я за нее спрячусь, если что. Уже почти! Выдержи их еще немного! Да я пытаюсь, блин! Бежим. Пофиг на них, побежали. У меня уж патронов почти нет. А так стрелять, конечно, плохо, это извините, это, конечно, да. Это Генри я могу. Никогда не поверит. Иди да иди ты! Иди пошли. Пошли. Но тут зато ближний бой поприкольней. Но это, конечно, да. Отвали, мусор! Ха-ха-ха. А нечего. Ну, везет ирландцам. Это что за хрен? Брайан Уни, двинутый ирландец. Ума нету, работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт, копы, быстро в тень, скорей! Давай! Не волнуйся, давай сумку. Я заныкаю добро. Ладно, друг, увидимся дома. Не попадись только по пути. Хорошо, мне надо как-то переодеться. А это самое, не оставляй меня тут, мне далеко еще идти. Алло! И как я должна была не это самое? А как, и куда ты предлагаешь мне? А, на С. Ням-ням.
Ладно, все, не пою, все, бежим. Надо какую-нибудь статичку взять какую-нибудь. Мы сейчас обойдем этих дядечек. Вот так, тихонечко, подальше, вот так, чтобы нас не видели. Уйди, я говорю. Офигеть. Кошмар. А, на машине, кстати, меня не должны узнать, по идее. Правильно? По идее, да, давай. Давай. Блин, как неудобно ногтя. От, хорошо. Поехали. Спокойненько. Блядская машина, ты издеваешься? Ты что, не видишь, что я еду? Не видишь, что я еду? Кыш отсюда! Домой еду. Дома, говорит, увидимся. А почему вместе не пошли? Ему же все равно добираться. А, он сказал вам добро. Я, говорит, добро сперва сныкаю, потом, значит, пойду. Ну, а почему нам не рассказал, где он сныкает добро? Расскажите, пожалуйста. О, меня машин не видно, это хорошо. Ну, в целом, попробую узнать вот так вот просто, без номеров. Ну, едет чел машина. Ну что, ну едет. О, можно позвонить, кстати, смотри, таксофон какой-то есть. Есть какой-то таксофон. Без радио как немножечко даже почильноватенько без радио. Ну да, что-то чутка слышно. О-о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 -
Вот так вот, собственно. Вот такие, собственно, дела, да. Она такие... Нет, не так. Надо, по-моему, пробел и поворот. Вот мы сейчас делаем. Сейчас делаем. Все равно не наш тачка, нам что-то. Господин полицейский, я честный гражданин. Занимаюсь своими делами. Еду, уйди. Вызовите, ненавижу. От них так тяжело и больно ударяться. Так, поехали, разгоняемся. Сейчас на повороту. Куда? Куда? Почему? Это мой палец? Палец, слушайте меня, вот ты чё. Не, ну... Опа-тя! Хорош, неплохо. А теперь пешочек. Все, в целом мы дошли. Все хорошо. Теперь мы будем постоянно через передний вход заходить, да? Выходить. Куда? В смысле? Пусти меня! Не пускают. А как? А что ты хочешь? А, через задний. О, господи. Дай пройти. Во. Что-то красненькое показывает. Что-то красненькое какое-то непонятно. Надо переодеться, а шмотки, значит, выбросить. А лучше сжечь. Правильно? Поехать на дачку, сжечь по-нормальному, чтобы все было хорошо. Чтобы нас никто не словил, никто не споймал. Вот, все, мы домочки. Собака какая, на этаж ниже. Я все время на этаж выше поднимаю. Но не могу запомнить. Мне все время кажется, что на последнем живешь. Все время на третьем. А он на втором. Ой, на массыл. Все, во. Эй, родная, я дома. Так, сразу переодеться. Я в смокинге. У-ля-ля. А, и че... давай посмотрим. А-та-та-та-та. Молодец. Ну давай. Что ты хочешь? Попить, поесть, поспать, что ты хочешь? Ну возьми и съешь еду. Бутылка пива. Давай, пивасика наим. Ты что, за раз? А, лечь спать, наверное. Давай, ляжем спать. Дома увидится, значит, дома увидится. Все нормально. Все хорошо, ничего страшного. Глава пятая. Циркулярка. Ну, это просто цирк какой-то, а квартира Джо. 20 февраля 1945 года. Привет, красавчик. Привет, Привет. Джо не дома. Женщина. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, другой раз, котик. Пока. Иди, ты хоть помойся перед или после. Это было нечто.
Что нечто? Что он тебя котиком назвал? А, ну, в принципе, тебе 20 лет. 20 лет, все кажется, кажется, вау, ничего тебе. Ничего тебе, вот это да. Так, давай как-нибудь по... Слушай, ну, твоя школьная форма. А что мне делать? Езжайте в бар Фредди, чтобы пообедать с Джо. Езжайте, пожалуйста. Просто езжайте в бар Фредди. Позвольте, мы сейчас поезжаем. Быстренько, быстренько. Хорошо здесь сохраняться. Не надо сохранять. Можно мне, пожалуйста... А как так? Что показать легенду? Глава 4. Закон Мерфи. Ну как, насмотрелись? Насмотрелись? У-ля-ля. Это пинап? Это какой-то пинап современный, если честно. Посмотри на ее лицо. Пинап, он же должен быть другим. То есть лицо должно быть типа такое... Милое. Ну, то есть, ну что-то такое. Я не хочу... Я не журнал хочу. Я хочу открыть дверь. А мне не дают. А, вот как она. Нет! Что такое? Твою мать! Ура, баба! Но а ну я... вернись! Кто Шура, тебя баба. За руль пустил? Не умеешь водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джо вон там? Да, ладно, она, конечно, но как можно, чтобы мужик вот так вот лез? Я разобью твою! Посмотри на мою тачку! Ты! Гадина! Эй, мужик, усохни! Усохни! А ты вообще кто такой? Сторонник я его люблю, буду спать с ним за без денег. Так что давай. Заткнись, я теперь бесплатно буду в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати! Еще слово, и будешь зубы вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда! Я предупреждал. А, будем драться, да? Ой! Так, тихо. О! Ля, бежим! Ты же убивает народ. На ровном месте. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? За мной должок. Зайдешь ко да, мне спасибо, на пирожок? Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. До встречи. Да иди ты, господи, еще жопа его. Фу, блин, фу. Ты слишком общительная. Иди отсюда. Не нравится, не люблю такое. Не нравится шапочительные девушки. И кому? Ну, он бандит. У бандитов... Пойдешь. Он бандит. У бандитов мозгов не очень много. А вот. Поэтому, в принципе, неудивительно. В смысле сменить машину? Как это А когда у меня машины появились? А как так? Блин, без музыки так грустно. Давай хотя бы чуть-чуть поставим ее. Давай 20%. Женщина, извини. На такой тачке медленно ездить нельзя. Да я научилась уже давно, не видишь? Я лучше в первой части была водитель в городе. И дожила, между прочим, почти до старости. Пока два чела там... мне квест не устроили. Это я просто заболталась, понимаешь? Это я заболталась. Заболталась, отвлеклась. Эй! Думала поспойлерить, но решила, что не буду. Выходим. Какая у тебя машина, уже чутка побита. Нет, кстати, не побита. Откуда у меня тачки? Что это? Иди. Опять не повещает. Опять не помечает. А? Привет, парк. Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш между собойчик с ирландцами. Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой.
Салют. А салют. Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Серьезные отношения, вот как. Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаю? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. В семью? После вступительных взносов, конечно. Вступительных? Ты офигел? И сколько это? Мне деньги 5 нужны. 5000 взносов. Мне нужны деньги для бай-бамули. Охренеть, сколько? Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Вот где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил. Да-да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Слить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Мы глаза. Один жердяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри! Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. Хоть курить не тоже хочется. И никакое драное разрешение не спросит. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено, просто скажи, что ты от меня. Ага. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд, дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, куришь. Хорош. Так, мы поедем, но в следующей серии. Поставь, пожалуйста, лайк, если тебе не сложно. И что-нибудь прокомментируй. Это в реке тогда, может быть, немножечко попадет, чуть-чуть. Вот. Если тебе не сложно и не очень лень. Если лень, я пойму. Мне тоже иногда бывает очень лень. Вот. До встречи в следующей серии. Пока.